Браунинг Хай Пауэр. Пистолет Браунинг Хай Пауэр. Патрон 9/19 Парабеллум. Масса без патронов 885 граммов. Емкость магазина 13 патронов. Начальная скорость пули 350 метров в секунду. По емкости магазина с Хай-Пауэром не мог сравниться ни один пистолет. 13 патронов – лучший для своего времени показатель. Именно это обеспечило Браунингу популярность среди военных. Патроны в магазине размещались в два ряда, и рукоятка получилась довольно массивной. Но внушительный боезапас оправдывал этот недостаток. Так же, как и у пистолета «Кольт», здесь нет режима самозвода. Поэтому при необходимости ношения оружия с патроном в патроннике, его нужно было поставить на предохранитель. Он также слегка снимался с предохранителя, и стрельба продолжалась. Видно. Слушай, пламя-то по-другому выглядит. Угу. Есть и порох. И порох не сгоревший есть. Действительно, не сильно подбрасывает пистолет. Быстрее восстановишь наводку, будешь готов к следующему выстрелу. Все-таки не зря этот пистолет выиграл конкурс по как лучший по Второй мировой войне.